Всем привет, друзья! Компания Webster. Ну, в общем, вот такая вот площадка для заработка. Любой человек может получить 330 тысяч рублей, не выходя из дома, без приглашения. Ребята, это, короче, помните, в свое время я вас знакомил с площадкой «Миллионер». Там надо было приглашать людей в структуру, матричная структура. Она на автомате. Ну, мало кто умеет приглашать, поэтому как-то все это дело само собой заглохло. Хотя, кстати, площадка до сих пор работает. Так вот, эта площадка такого же типа, бинар, тренар, но в отличие от той площадки, здесь не надо приглашать людей. Здесь, так, сейчас, давайте почитаем. Так, выплаты инстант, поддержка, большой заработок, без обмана, площадки для заработка. Вот, бинар, тренар. Вот эти деньги вносите, и вот такая сумма к заработку. То есть здесь вот, допустим, 4 линии. Тринаре. Так, в бинаре сколько вот здесь? Здесь тоже 4 линии. Так, кстати, давайте. Чтобы начать зарабатывать, нужно ее активировать. Оплатив 190 рублей, 150 рублей пойдут на покупку первого уровня и 40 рублей человеку, который пригласил вас в проект. Два реферала купят у вас первый уровень за 150 рублей, заработаете 300. Ну, в общем, здесь все почитайте. И вот самое главное. Участники получают рефералов по очереди. Активировав площадку, вы автоматически встаете в очередь на получение рефералов. Рефералы приходят в проект с рекламы от администрации и по приглашению самих участников, которые получают за это дополнительные бонусы. То есть можете приглашать людей, можете не приглашать. Здесь живая очередь. Вот, то есть вот вы зарегистрировались, все, вы уже стоите у кого-то, ну, вы уже занимаете свою очередь. Кто-то по времени позже вас зарегистрировался, он встает в следующую очередь. Вот так вот, короче, это дело работает здесь. Короче, лотерея, друзья. Встали в очередь и... Но чем хорошо? Хорошо тем, что... Проект только это предстарт проекта. Старт начнет он свою работу 21 числа. Сегодня 14. Понимаете? То есть народу сюда будет прибывать и прибывать. Я вот когда узнал о проекте, здесь было... Где здесь? Счетчик. Не помню, где здесь счетчик, короче. А, вот. 3000. Здесь было 2900 с чем-то. То есть народу прибывает. То есть, короче, друзья, закинули денег. И сидите, плюйте в потолок до 21-го. 21 числа проект начинает работать. Никого вам приглашать не надо, но хотите, приглашайте, за это получаете там партнерские бонусы какие-то. Давайте вот зайдем. Я только зарегистрировался, регистрация простая достаточно. Вот кабинет, вот партнеры. Видите, у меня ноль еще, настройка, контакты. То есть здесь прописываете свой пар кошелек. Логин вводите, пароль вам предлагается, но можете свой вставить и, короче, все. Я вот, у меня 190 рублей 240, ребят. Ну, курим, пропиваем больше, поэтому, чё бы не сыграть в лотерею, да? Тем более здесь вообще приглашать никого не надо. Вот, у меня Николай, но... Да, кстати, вот вы будете, кто будет регистрироваться по моей ссылке, вы меня не увидите. Вы увидите
вы можете увидеть другого человека, потому что я говорю, да, очередь живая. То есть я вот попал под другого человека. Вы попадете, ну, может, кто-то под меня попадет, а может, кто-то встанет в очередь за другим человеком. То есть вот так вот. Здесь, короче, такая схема. Ладно, чего? Ну, вроде как-то в общих чертах я вам объяснил. Вот здесь есть видео. Давайте просто посмотрим его. Всем привет и хорошего дня. Очень-очень давно у нас уже не было никаких проектов в виде живой очереди. Живая очередь – очень классный проект, которым можно зарабатывать хорошие деньги, не приглашая никого. Все будет зависеть от того, какое вы место займете и как вы быстро активируетесь. Поэтому быстро смотрим ролик и занимаем места. У нас будет очень круто. Открываем проект Webster. Проект по принципу живой очереди, в котором ваши приглашенные не идут за вами, они встают в общую очередь друг за другом. И также к вам встают люди от чужих людей, то есть все работает по принципу взаимопомощи, потому заработать может каждый. Заработать можем 330 тысяч рублей, сейчас я немножко расскажу, что это будет и как это все будет происходить. То есть давайте покажу вам сразу регистрацию, нажимаем кнопочку регистрации, все ссылки будут под роликом. Пишите свое имя на русском языке, пишите себе логин, придумываете на английском языке, пишите кошелек Pair свой, потому что проект будет работать с кошельком Pair. Пишите свою почту, придумываете себе пароль и нажимаете кнопочку регистрации. Сразу проверьте обязательно, кто у вас спонсор, чтобы вы попали под своего спонсора. Но спонсорской привязки в самой живой очереди нет, так что вы не будете стоять за своим спонсором. Каждый идет просто в порядке очереди и заполняется. Я уже регистрацию прошел. Зайду в кабинет сразу. Заходим по логину, не по почте, а по логину и по паролю. Нажимаем «Войти». Заходим в свой кабинет. Вот такой вот у нас крутой кабинет. Очень функциональный. Вот здесь есть у нас будет 4 тарифа. Они все абсолютно отдельные. Вы можете зарабатывать как на каком-то одном из них, так активировать все сразу. В любой момент любой тариф можно доактивировать. Сейчас знаю, активация уже открыта. Давайте я сразу попробую активировать. Выбираем кошелек Pair, заходим. Нас перебрасывает на Pair. Так, подтвердить. Все, вот. После старта мы увидим свое место. Сейчас мы только занимаем места, а свои места мы увидим после старта только. Старт проекта назначен на 21 октября, так что до старта у нас 2 недели. За 2 недели у нас здесь будет очень много людей, будет очень жарко, потому занимайте места уже, чтобы на старте занять самые выгодные позиции. И кто быстрее встанет, тот быстрее начнется закрываться уровни у них и быстрее, конечно, будут идти выплаты. Все выплаты будут работать на автомате, вам тут ничего выводить не надо, все деньги будут сразу приходить на ваш Pair кошелек. Я вам сейчас покажу маркетинг. Давайте я быстро активирую себе места. Еще последний. То есть активировать каждый тариф отдельно надо. Один раз пополнить не получится. То есть нужно будет 4 раза вам пополнить и активировать места. Вот как раз хватило мне все. Хорошо. Видите, маленькие комиссии есть, потому учтите этот момент. Закиньте себе на пару рублей больше. Если на все тарифы это 1060 рублей, вы себе 1100 рублей поставьте, если заходите на все тарифы. И активируйте. Все, вот мы все тарифы активировали. Теперь будем до старта ждать. Вот какие есть нюансы в маркетинге. Я вам сейчас все расскажу, какие здесь классные фишки есть. У нас 4 тарифа, насколько вы поняли, в связи с тем, что сумма неровная, чтобы вы понимали, у нас здесь есть партнерская программа. То есть вы можете даже сами в матрицу не вставать, но приглашать людей. И за каждого партнера, который у вас будет активировать каждый тариф, вы будете получать по 40 рублей реферальных. То есть здесь есть мотивация хорошая для тех, кто умеет приглашать, и для тех, кто будет приглашать. За каждый такой тариф, если под вами зашел человек на все тарифы по вашей реферальной ссылке, вы получаете 160 рублей на свой кошелек. Это отдельно от очереди, эти деньги
вы получаете сразу на свой кошелек без всяких нюансов и без того, дошла ваша очередь или не дошла, вы эти деньги сразу получаете. А дальше все остальные деньги идут в матрицу. То есть вот, например, здесь 40 рублей забирают спонсору и 150 рублей становится в матрицу. И по матрице это бинар, он очень короткий, на 4 линии 2, 4, 8, 16. Два тарифа бинарных, два тринарных. В тринарных тарифах вообще только 3 линии, 3, 9 и 27. И вы получаете выплаты с этих то есть выплаты со своей структуры. Она заполняется в порядке живой очереди. Например, здесь у вас только два реферала на первой линии. Первый человек, который к вам попадает, он приносит вам 150 рублей назад в ваш кошелек. То есть вы сразу после первого реферала в любом из тарифе, и будь это ваш реферал или не ваш, это не важно, потому что это живая очередь, вы сразу получаете возврат своих вложений в тарифы. Потому риска фактически нет. Многие люди сразу же в первый момент свои деньги, которые они вложили, они получают назад. То есть это очень круто, это очень классно. Плюс это мотивирует тех людей, которые много приглашают. Чем больше вы приглашаете рефералов, тем больше денег вы будете зарабатывать. Так что активно сейчас работаем. Две недели предстарт. Так что за это время можно собирать очень много людей, чтобы мы хорошо все стартанули и хорошо все заработали. Я пройдусь по этих вкладках. Но здесь больше ничего такого нет. Вот вас, ваш куратор, если что, можете с ним связаться. Он вас добавит в группу, вот уже открыли группу проекта. Также есть скайп-чат проекта, и можно уже работать по полной. Дальше вот раздел рефералы. Здесь люди, которые регистрируются по вашей ссылке. Вот у меня уже пошли регистрации. Здесь раздел промо-материалы, находится ваша реферальная ссылка. Я вам открою, покажу сейчас. Вот смотрите, здесь ваша реферальная ссылка находится, и также вот такие у нас крутые баннеры, можете использовать эти баннеры в работе, кто знает, как и где их использовать в разных сервисах. Здесь вы можете изменить свои данные, то есть если вам что-то, вот мои контакты, обязательно напишите свой скайп и свою страницу ВКонтакте, чтобы с вами можно было связаться. Также настройки здесь вы можете поменять, ну то есть кошелек поменять нельзя, пароли поменять, и если нужно поменять кошелек или почту, нужно писать в поддержку админам. То есть можете здесь в скайп-чате нашем добавиться, и тут вы будете писать админу. Ну все, вот в новости уже вроде выставили о старте. Начинаем вот предстарт, все, начинаем активно работать. И 21 октября в 17:00 программа включит генерацию и начнет генерировать матрицы. Никаких тут задержек нет, деньги нигде не хранятся, они вылетают всем на кошелькам, всех, кто по маркетингу должен получать свою выплату. Будет очень круто, ребята, давайте заходим, занимаем места и начинаем зарабатывать деньги. Ну вот, друзья, человек достаточно просто все обо всем рассказал, поэтому думайте сами, решайте сами. Я решил зайти, что такое там, 200, сколько тут, 190. Я деньги на Pair уже закинул, поэтому сейчас активирую. Перекидывает на Pair, Pair рубль. Есть шанс заработать, поэтому прогуливаешь больше денег, чем, блин. Так, ну вот после старта первый уровень активируется. И активируем еще вот этот. Все, я два активировал. Я не жадный, поэтому мне больших денег не надо. У меня и так хватает. Ну вот, вот такие суммы я завел. Есть шанс заработать какие-то деньги. Почему бы нет, да? Весело провести выходные. Все, друзья, такой вот обзорчик. Партнерскую программу оставлю внизу под видео. Заходите, развлекайтесь, зарабатывайте. Кто не хочет, проходим мимо. Все, всем удачи, хорошего настроения на выходных. Хороших заработков. До следующих публикаций.